Вот она, качественная монтажная пена, пеносил. Именно не клей-пена, а пена для того, чтобы было высокое вторичное расширение, чтобы пена склеила лист и сильно расширилась. Клей-пена для этого подойдет, но эффективность клей-пена будет примерно в 3 раза ниже. Ну, с точки зрения продавцов, конечно, это хорошо, в 3 раза больше баллонов. Вот хорошо там видно. Самое главное — до основания, не у поверхности. А ты прямо резче выдергивай. Она не волнуется, никуда не денется. Она разойдется сейчас, а то чуть-чуть больше ты делаешь, чем нужно. Я понимаю, стараешься, но... И очень важно, чтобы не было свежих листов. Это да. Потому что трехдневно и то может оторвать клей-пена. Обычно по статистике коробка пена 12 штук на 100 квадратов. Но бывает больше, когда отклонение. Но если отклонение, то больше получается, потому что и при обучении. Ну, у нас баллона 2 нам больше, чем вы сейчас сказали. Все равно это примерные же данные. Да. А здесь лучше под 45 с угла. Ну как, бутербродик с маслом, с вологодским. Все, там надо грифтовать. Быстро и эффективно. Быстрое и эффективное срезание пены после пропенивания фасада, после пропенивания швов и стыков между листами пенополистирола. Да, алло. Ага, понял. Угу. Там еще правый край остался, он нам нужен. Да. Средство малой механизации. Метровая правила. Да, и вот тут дюбель лучше тоже сразу. То потом будет это неудобно. Только ноздер снимай, чтобы клея не осталось. Угу. Нет, здесь уже не важно. Дискосанка. У тебя не 45, 60, вот так, да, вот такой наклон.
А потом будешь сразу попадать. Дальше патрик большой. Давай. Сегодня прохладно, это нормально. А в жаркий день тонкий слой такой будет неудобен. Будет сохнуть сразу. Потолще. Чтобы было что собирать потом. Не отводи, он не нужен. Даже волнами. Пофигу. Ты его просаживаешь и снимаешь лишнее. Меньше движений, быстрее заканчиваешь. Паша в этом отношении молодец. У него все движения посчитаны вообще. Нет, наклон 45, да. Уголочек самый не промазан. Видишь, дырочка там. Угу. Еще ниже чуть. Нормально, нормально. Если что, вырежешь. Ну, да. Здесь вот, да. Да. Проблема, когда отскочил ниже. Одну держу, Костя. Если зашел туда, это хорошо. А вот не дошел, это плохо. Может быть, коротенькая трещинка. И очень часто она встречается. Да. В некоторых компаниях даже регламентируется обязательно вырез. Пол сантиметра после этого выходит. Два. Ну, 2 сантиметра, чтобы это 100% набор. Да. Хоть середине что-то у нас. Да он тебе сейчас кинет туда и все. Блин. Ну, вот здесь все как полагается. И следующую. В тачке сразу. А не слишком ли маленький слой или нормально? Не, так? Нормально. Так, так и должно быть, чтобы бугра не было. Это самый раз, Кость, потому что мы еще сверху пройдемся. А так удобно, клей остается, проходишь, если знаешь, что поверхность зашкурена, прошел, остались остатки, замазал все шляпки, юбилей. Не, опять наклон, вот так, да. А потом уже приспособишься, автоматом не надо будет прикладывать сетку. Дима, покажи. Тут краешек пустой будет. И тут может еще. Носик. Ага. Ну все, хватит. Замечаю всегда хорошую, интересную штуку. Когда учится специалист, все учатся без перчаток. А потом, когда работают, уже одевают перчатки. Надо чувствовать. Да. Потому что все начали как-то прочувствовать, а потом... Вот она, наш дыр. Лишний клей нам не нужен.
Ну и следующую. Диагональные косынки на углах оконных проемов, клей Баумит Pro Contact, полосы фасадной стеклотканевой сетки Bautex Crepex 2000, размер 300 на 500, ставится под углом 45 градусов. Краешки для того, чтобы определиться, куда будет косынка, потом наносится на это место клей и будет втапливаться сетка. Чувствуется, со шпателем ты много работаешь. И всегда, когда работаешь сеткой, у нее есть особенность, краешки чуть-чуть подгибаются, особенно к тому моменту, когда рулон подходит к концу. Поэтому стараешься ставить ее парашютиком, не лодочкой. Удобней. А так очень хороша сетка вот эта вот, когда ты оштукатурил внутри, ты дома известковой цементной штукатуркой делаешь базу по всем стенам. Три шиностойкость бешеная. Кусочек единственный пенопласт попал. Давай лучше вытащим его. Не, лучше приподнять. Сейчас я захочу сам. То этот не нужен кусочек. Вот это вот место. Добавь, все равно. Угу. Задача так, чтобы косынка стояла так, чтобы ее просто не смыло дождем. На приклейку погуще, на базу пожиже клей. Баумит Pro Contact. Фасадная стеклотканевая сетка Bautex Crepex 2000. Обозначить краешки. Потом нанести клей в это место. Лучше парашютиком.
парашютик просто удобнее ложится. Прям руками чувствуешь. Расстояние до элемента примыкания сеткой. Не-не-не. А, это да. Гвоздик воткни назад. 14. Чтоб не мешался. Ну, 14,4. Значит, это. Ну, здесь понятно дело. Да, 14,4. Соответственно, врезаешь 13 сантиметров. Ролик не принесли, да? Ролик вот он наверху. Ну, нож вот он здесь. Вот он. Смотрит на тебя. Сколько там? 13, да? 13. Да, 13 вырезаешь в полосу. Лучше по ячейкам. Уголки в сторонку бери, сейчас мешаться будет, растопчешь их. Одной хватит. Одной пока. Да? Назвал два. Делишь на 33. Что получается? На 3 части? На 3 части. Хочешь линейка померь 33? Да, ну и так я хочу. Один держи, все. И дальше. 33. И эту на две части оставшуюся. Наносишь клей на внутренний угол. Все как на видео. Просто надо продвинуть. Пенку надо срезать. Сейчас, подожди. Самое главное, до элемента примыкания, прям туда, вглубь. Опять клей Булмит про контакт, фасадная стеклотканевая сетка, Баутек Скрепикс 2000. Отводить не нужно, сразу топи и все. Брось, Игорь. Тебя скрытая камера снимает. Посередине, да, я? Нет, ближе к этому углу. К внутреннему. А, к наружному? Угу. Не, подожди. Вверх у тебя, видишь, ушел. Переверни обратной стороной. У тебя та сторона. Это та сторона ровная. Переверни лучше обратной. Ровно и в эту сторону, да. А то видишь, неровно. Угу. Давай гвоздики я поставлю, тебе помешать. Не по самому краю, а от
отступи где-нибудь пол сантиметра от края. И все. Понял, да? Да. Чтоб ячейки не вылезли. Мы делали ее. Мы внутреннюю косынку делали уже на сантиметр общий. Только из-за того, чтобы эти ячейки, кончики сетки не выскочили. Втыкаешь дальше одну сторону и держи длинным шпателем в углу. Да. 4. Прям держи шпателем длинным. И так. Главное, чтобы там не было полукруга внутри. В угол. В угол. Если чувствуешь полукруг, лучше один край оторви и заново прилепи. Нормально там? Прямой угол? Да. Я просто излишки убираю, чтобы не мешать. Ты там видишь, вон. А излишков не будет. Там еще надо подмазать, видишь? Она не успеет высохнуть, мы сейчас еще будем добавлять клей. И то же самое, второй угол. Если есть второй шпатель, можно уже разделяться вдвоем работать на одном окне. Ну, если не мешать не будете. Ну, я понял. Это вот слишком маленькое окно, чтобы вдвоем делать. Угу. Теперь внизу делаем. А, внизу так же, да? Да, только там так, другое, да. Другая ширина будет. Там какая ширина? Посмотри. Линейка мери. Нет, ставь на к элементу примыкания вот так вот. Ага. Нет, на нижний откос. Вот скат. Ниже, на нижний откос. На скат. Не-не-не, на скат, на к элементу ага. примыкания. То есть здесь нам нужно 14. Дай мне. И старайся резать по ячейкам. Чтоб ступенек не было, а то на том были ступеньки. Это как бы не очень хорошо и не очень удобно. Также 33, да? Да. Да плюс-минус там, прикидывай. Ставь линейку на плотность, всю линейку, это получается 33.
Я это хотел. То есть потом будешь отрезать. Потому что здесь капли. Но ставь парашютиком всегда. Так, пусть я побежал. Вот таким вещам учат только американцы. Немцы не учат. Они про это не знают. Смешные они. Это вот внутренняя косынка со вкусом. Срезай сразу. Нет, с обратной стороны нож вставлю. Так удобнее, да. И закончик держу. И чуть-чуть шпатель подправляешь все. Да все. Следующий. Многие самостройщики в одно лицо утепляют фасад. Вот Костя Зивальд, молодец, новосибирский. Ну, он прям публикует, у него канал этому посвящен. А другие не публикуя. Главное, смотришь, чтобы вот эти полоски были параллельно подоконнику. Не перекошены, нижние. И тогда... И уголочек воткни, он тебя не... Шпатель, самый дальний угол воткнут. Да. Вот, вот тот вот, все, край дальний. А вот это подрезай ножичком. Дай ножкой. Да просто вырежу квадратик сразу. И срезай ножом. Вынимай гвоздики, втапливай в сетку. Большим что-то.
до прямо элемента примыкания вплотную. И на косынку тоже нанося клей. Угу. И на ту, и на ту. Белорусы работают в основном с терками, а все остальные со шпателями. В принципе, я не пробовал с терками. Привык всю жизнь с шпателями. Но здесь будем пробовать на декоративку наносить. А? Здесь будем пробовать на декоративку наносить и терками. Терками удобно декоративку. Да, потому что по видео смотрю там. Просто толщину лучше чувствуешь. Но есть то декоративку и шпателями. Смотрим, как лучше пойдет. Здесь снимать клей не нужно. А, не надо? А. Ты затопи, закрывай, затопи, потому что сейчас будем клей добавлять только. Ага, еще больше добавь клей. Здесь главное сетку поставить, все. А вот сейчас пойдет уголок, будем добавлять. Угу. Не успеешь. Так, нам коротенько провильца нужно. Метровый. Который внутрь влезет. Вот, и в тот, и в тот. А тот, по-моему, нету метра. Такие нет. Старые метров. Есть какие-то? Которые не жалко. Вот такие куски есть. Вот такие. В этот откос. Нет. Нам хорошо бы, чтобы сюда воткнуть и вот сюда. Нет таких. А уровней нет? Уровни вот они подъедут. Метровые. 80. Вот пойдет он. Короче, сетку сделать, да? Или пока один? Да. Сейчас поклюет, там нормально косит, там сетка видна. Так оно да. Сейчас еще добавит. Там не имеет значения. Лучше. Вот смотри. Я стараюсь вертикальный, потом горизонтальный. Быстрее будет. Клей лишний, снимать смысла нет. Ну я просто сетку попробую даже. Да. До края не дохожу. И боковой откос. Хорошо, когда не нужно людям объяснять, что
втапливать нужно не с двух точек, а с одной. Когда люди в середине волну получают. И удивляются. Вот этот трихомуди надо всегда срезать. Оно, по-моему, для этого и сделано. И дальше уже ставишь. Так. Вот так возьми. Отметь. Что ты неправильно сделал внизу? Подумай. Вот ты поставил, понял, да? Ну, угол там надо отрезать. Сразу. Отрезать. Да, под сразу угол. Спускай. Да. Ну, тут на 3 сантиметра. Нет, нет. Пластик прям под углом делай. Не-не-не, не так резко только. Не так только резко. Вот так чуть-чуть, да? Ну, сколько скат идет? Вот и все. И очень аккуратно с ними, потому что они вот противные. И они перегиб. Острые. Палец отрежешь от этой сетки 10 секунд. Вот от края. Проверяем на сухую. Он может не доходить. Сеточку подрезай. Видишь? В натяг. От косынки. Ячейку, ячейку. От косынки. Нормально. А, нормально? Да, 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 да. Угу. Показал, значит. Здесь мажем. Да, да. Вначале на откос. Это на гвоздик рядом повесь. Не-не-не-не. На... Да это не обязательно. Ограничу. На гвоздик рядом повесь, на фасад и все. Да. Там просто ровненько, много особо не надо. Вот так вот, да. Много тоже не очень хорошо. А на фасад когда делаешь уже? Угу. Делаешь так, чтобы соплю делать. То есть берешь и надавливаешь, чтобы выдавливалась сюда сопля. Спатель большой. Не-не-не, еще сильнее, чтобы она прям висела на углу сопля. Еще сильнее. Не-не-не. Маленькая, но вот, чтобы она висела, понимаешь? Вот, вот так вот. Чуть-чуть великовато, чуть-чуть великовато. Вот так вот. Вот, вот такая вот, вот видишь? Угу. Вот-вот. Потому что много тоже не очень хорошо. Чуть-чуть добавляй. Задача, чтобы не было воздуха. Вот здесь вот все-таки добавь чуть-чуть. Угу. Опять снес чуть-чуть. Угу. Девяносто 5% вскрываешь фасадов воздух под уголками.
Фитилечком под 45 втыкай. Не, чтобы прям червячочки полезли. Угу. Червячочки везде должны пролезть. Тебе приподнять, я думаю, голубь чуть-чуть нужно. Он вниз сместился, видишь? Сверху тяни просто. Угу. Все, все. Все, поднялся. Так, собрать эти или... С пластика самого сопли убирай. Там не нужно. Прижимаешь плоскость правилом, потом откос. Так, нет, это двухметровый. Ровно оно? Метровый где кость у вас? Метровая? А, вот она на доску. Возьми метровый. Дай почти. Метровый мало. Сюда. Метровая мало. Мало-мало. На длине. А, все, я понял, для чего. Плоскостью прижимай. Плоскостью. Не острым. Обратной, да. Прижимаешь, просто давишь его. В плоскость. Почему нужно заранее подшкуривать? Поднимай выше правила. Низ, видишь, у тебя такое впечатление, что плоскость. Вот. И теперь изнутри правило. Потому что кажется на вертикальном криво. Внутри надо. Да, система не крива. Костя, метровый изнутри. Нет, маленький уровень. Бери маленький. Или уровень. Он не влезет. Уровень, не уровень. Прижимаешь, переставляешь, заодно видишь все эти. Нет, такое ощущение, что сполз уголок, нет? Вниз. Лучше тряпкой какой-нибудь, или бы куском сетки вытирать. Все поднялся нормально. Проверь еще этот внутренний откос, а потом большой уже. Потому что сейчас перекосилось. Да, да, только смахни. Не мимо поставил. Вот-вот. Сейчас, да. Ну, вроде нормально. Дальше фиксируешь любую из сторон. Да, чтоб просто пройди по всей поверхности, да, чтоб он не сполз. Потом вторую сторону. Только не втапливай, не втапливай. Потом можешь снести. И вторую фиксируй также. Как прошел, зафиксировал, шпателем чисть пластик, проверяй окончательно и уже дальше втапливай. Сам пластик прям вычищай. Да. Лучше снизу вверх удобней, чтобы не сдвинуть.
Все, приложи прям чистые. Одно, один уровень, второй. Уровень сейчас нужно опять найти. Нормально? И прям проехайся снизу вверх вдоль. Ну все. И дальше снимаешь излишки клея. Но не сильный, только не вдавливай, и все. Аккуратно. Я внизу под уголком видел, надо... А, там есть клей. Понятно, почему не нужно всяких выпусков. Замотаешься с ними, они у тебя еще болтаться под руками будут. А здесь хитрое. Сейчас не снимаешь, потому что тебе добавлять клей надо. Тебе добавлять клей надо. Добавляй. Не просто так. Объясню почему. Смотри. Ну. А, до отсюда надо заполнить? Да, вот это все тебе нужно заполнить. Ага. Чтобы не заниматься дурацкой работой. Снимешь, два опять раза. Положишь. Да. Снизу на плоть. Я думал, ну как же эти будут что стоять без... Что-то ты прям 2 метра четко. То ли, чтоб лишнего особо не было. Может быть, чуть больше для двух сторон. Ровной стороной к тому краю. К тому? Да. Сантиметр снизу отступай. У тебя же там внутренняя косынка есть. Снаружи. Не вот по нижнему, а чуть. Да, да, да. Прикладываю, пока. Сверху. Лучше ровненьким самым краем в обратном переверни.
туда ровный, да? Нет, да, да. Вот ровный в ту сторону, да. Угу. Ее прям вдоль пластика. Только на пластик не заходи. И тоненьким слоем клея. Не-не-не, шпателем широким прям сразу. Тоненьким наноси, да, и прям стягивай. На рельсы ставишь. Задача, чтобы эта сетка была как можно ближе к поверхности. И она по двум рельсам. Они, собственно, организуют рассвет окна. Главное не промахнуться и шпателем ввести по элементу примыкания. Вот для этого вторая полочка и сделана. Направлялка. Но большинство этого не знает. Да я думаю, что все это знают. Не знают? Там очевидно же. Да никто не знает. И делают, вдавливают, и у них этот пластик торчит у всех. Не, ну там вторая, последняя полка должна торчать. Ну ты пройди, посмотри, ты охренеешь. Везде, никто не знает этого. Тех спецы и то не знают ни хрена. Костя, внутренний угол продолжаем. Нижний угол, вот край. Ага. Вот он. Маленький шпатель там. Видно сетка. Внизу сам. Да, да. Сейчас упадет с бычка. Утепление будет. Изжоги не будет. Дому. Уклон сделал сразу внизу? Да, нет. Сделал. Маленький. Надо нет. Срезать. Пластики. О, вот так, да. У нас уклон сколько? 39 сантиметра. Вот так. Взял? Хватит. Клей был мид про контакт. Соплюшка. Сопля из клея делается для того, чтобы после прижатия уголка сеткой из перфорации пластикового уголка выдавились червячки клея.
выставляется уголок и шпателечком аккуратненько проходится для того, чтобы выдавить клей из перфорации. Убираем клей с пластика, но при этом стараемся, чтобы сетка не прилепилась, чтобы можно было корректировать. Как только сетка прилипает, потом очень сложно сдвинуть уголок. Дай проверить, смотрю. Вроде нормально. И второй уровень. Наверное, блямбу это надо снять все-таки. Видишь, она. Дальше идет фиксация уголка. Для этого сетка примазывается, но не снимается пока. Можно даже клей добавь, не продирай, это можешь сдвинуть. Тебе все равно клей добавлять сюда. Ну, сейчас немножко зацепим. Проверить надо. Еще раз. А то, когда втапливаешь, может сдвинуться. И уровень там проехайся аккуратненько, посмотри. Ну все, дальше уже. Дальше лицевая сторона на тир, но единственное, пластик надо скрыть, там надо будет, видишь, вот эти вот места, чтобы пока открыто, чтобы солнце не действовало. А, вот типа так, да? Да, да, да. Повести не поведет, но
что, ну, все равно как-то деструктирует пластик на солнце. Это надо понимать. Сюда уже добрасываешь клей. Дальше клей по двум направляющим, излишки снимаются. Один край шпателя на элемент примыкания с сеткой, второй край шпателя на угол. Получается как по маячкам. Чуть дырочка там. Получается, каждый раз, когда снимаю это видео, вот с этим элементом, можно его называть, о чем молчат продавцы из СФТК, о чем молчат блогеры по СФТК, потому что они ни хера это не знают. Полосочка сеточки, ты готова вторая? Да, сейчас. Вот там выше, выше, чуть-чуть, на сантиметр выше. Вот там, выше, выше, выше. Выше. Да, да. Вот так дальний.
поперечком лучше. На шпатель широкий, все. Задача, чтобы сетка была в верхней части базового армирующего слоя, это для трещиностойкости. А то бывает, сетку вдавливают внутрь, а клей толстый над ней, и он потом начинает трескаться. Устанавливаем уголок сеткой на верхний оконный откос. Подожди. Длинноватый. Там же уже скат уклоном. Что под уклоном? Ну, откос у нас. Нет там никакого. О. Ну, там чуть-чуть. Вот ну, он и как раз и мешает. Да. Как раз вот чуть-чуть. И там тоже. Там сколько? Сантиметр. Ну, рассвет есть, да, небольшой. Маленький. Вначале воткни правилом. Ой, шпатель, прошу прощения. Разрешишь подойти? YouTube очень хорошо работает на бригады. Знаешь, какое сейчас прелесть, то, что у нас санкции с этим YouTube. Рекламы нету. О, это да. Самый большой минус. Зато на Рутуб приходишь и охреневаешь. Ну, там не все там смотрят, наверное. Его вообще никто не смотрит. Там одна реклама. Я вывесил несколько роликов там, но тишина вообще. Право чуть-чуть. Курили бы. Ой, очень часто прихожу даже на объекты, а там так пенопласт ножовкой порвали. Так мы тоже его ножовка, потом терку можно затирать, его сделать. Так изделие. Его рвут, ставят гэшки. И откосы все рваные, начинают стапливать уголки. Говорят, а можно? Я говорю, можно.
Хотите, поделайте. Я буду жить в этом доме. И два часа они выводят откосы. А казалось бы, просто делай нормально. Изначально. Да. Вот, и не устраивай себе проблем. Снимите нормально, чтобы было. Это означает нормально сделать изначально плоскость. И это не вся стопка. Это реально не вся стопка. Это каждый по 4 миллиметра. Потому что кто-то изначально криво положил газобетонные блоки. Если все будут такие ученики, как вы, рукастые, можно по 3 технадзора делать. Обучение в день. Потому что это обычно растягивается, это окно с 10 утра до 9 вечера. Люди учатся, ну, понимаешь. Сноровки нет. Когда у людей сноровка, все по-другому. Хватает клея? Я думаю, что да. Не, сейчас еще соберется. Сетку, Коля, приготовим? Да. Понимаешь, почему я не люблю все вот эти вот по краям уголков, сеток? Когда по ячейкам режешь, то сразу по-другому все. А эти трихомудия мешаются только. Направляющим вторая ступенька элемента примыкания сеткой и уголок сеткой. Самое главное вот здесь не сделать бугор. Что сделать? Бугор. Бугор. Когда плохой шпатель, вот черные начинаются, они прогибаются очень сильно. И люди делают бугор. Поэтому потом ее не сотрешь. Да. Все. Поэтому здесь нужно четко это понимать. Ямка, впадинка, поклюется. Да. А бугор — это геморрой.
Ну, как раз прям под окно материал. Да. Замесили. Глаз алмаз. Первый тон. Здесь еще мало. Нам в форуме возим на двоих. Это самое плохое, когда все вырвано, и хоть одну точку испортил весь компьютер. Да ты себе поставь, и сейчас все равно. Костя, ты че? Хочешь натяжной потолок сделать? Ну ладно, она не нужна тут больше. Хочешь натяжной потолок сделать? Обрезом к пластику. Не, подожди, она надо искосок. Ровно, ровно. В обратную сторону лучше. А, ну ты длину отрезаешь, да? Да, размеры. Я запомню. Вот эти еще на уголке пойдут. А, нет, узкие. Приезжаю на некоторые дома, а там фасад перед базой весь в заплатках. Вот в таких. Перешкурят. Широковато сделал. Ножницами это. Ячейку срез. Две. Две ячейки, а то и три. Что он там делает? Электрик. Завершающая стадия устройства базового армирующего слоя, когда мы втопили компенсационную полоску сетки, которая идет между уголком и элементом примыкания. При этом шпатель, обращайте внимание, идет по двум маячкам. Одним маячком является уголок с сеткой, другой — вторая ступенька элемента примыкания с сеткой. Таким образом, элемент примыкания с сеткой полностью оказывается внутри базового армирующего слоя. Все просто. Все элементарно, Ватсон. Да. Костя, вот этот уголочек сделай тоже, пожалуйста. Какой? Вот здесь. Посмотри, что там. Да, да, да. Задирается. Да, да. Что, сделай тогда нижний. Нижний без сетки. А нижний не нужно. Ну, чтобы вода... А, да нет, нет, ты просто сетку завернешь и все. А, если хочешь, ты можешь полосу сетки сейчас топить.
На плоскость. На плоскость. Это... Ну если дождь пойдет, то на это ничего не влияет? Вообще никак. Тогда не надо. Не потом надо. Уже. Потом мы когда будем это. С общим рулоном закинешь, будет проще.